Сумки категории экстра Италия. Мешок у нас весит 10 килограмм. А первым у нас идет небольшая женская сумочка. Вот такая вот. Следов износа на днище я не вижу. На ручках также без следов износа. Множество отделений. Давайте проверим один из замков. А вот здесь вот, кстати... А, нет, есть, оказывается, ручка у собачки. Замок работает отлично, не заедает. По крайней мере, я так думаю, что все остальные также. Но, в принципе, отличная сумка. Так, небольшая женская сумочка. Похоже, новая. Следов износа абсолютно никаких нет. Закрывается на магнитную клипсу. Состояние также отличное. Ох ты, смотрите, какая сумка. Наконец-то нашелся противник, достойный меня. Можно проверить сразу же работу замков. Так, замок, можно сказать, работает отлично, не заедает. Следов износа на самой сумке нету. На лямке также без следов износа. Отличная сумка. Я вот вижу, даже еще не отцепили стяжку, или как называется, жгут. Для того, чтобы... Ну, здесь, видимо, бирка когда-то была. Ладно, переходим к следующей сумке. Небольшая женская сумочка. Тоже без следов износа. На ручках и на нище также следов износа я не вижу. Так, марка «Атмосфер». Внутри спрятался у нас, кстати, ремешок. Так. Очень приятная, мягкая женская сумочка. Вот такая вот. Так, вопрос, как она открывается. А, открывается она с помощью магнитной клипсы. Внутри есть небольшой кармашек. Никаких следов износа нет. Так, следующая сумка. Состояние днища на самой сумке отличное. На ручках следов износа нету. Так, здесь у нас небольшой кармашек. Сверху закрывается. Сумка значится на замок. Так, замок работает хорошо. Следующая сумка. Уже более такой яркий молодежный вариант, я так думаю. Тоже давайте посмотрим. Что там? Ага. Немножко заедает замок. Следов износа на самой сумке я не вижу. Состояние отличное. На ручках также без следов износа. Так, можно переходить к следующему варианту. Следующий, кстати, вариант. Это у нас детский рюкзак. Сразу можно сказать, следов износа на лямках нету. На самом рюкзаке также без следов износа. Замок работает отлично, не заедает. Так, ну какая-то деловая рабочая сумка, куда можно все свои вещи положить. Состояние у нее отличное. Так, посмотрим, как работает замок. Так, ну замок работает отлично, следов износа опять же нет. Так, очень такой миниатюрный рюкзак. У меня вот ладонь, сравнение с ладошкой, две мои ладошки. Следов износа на лямках нету. На самом рюкзаке я также следов износа не вижу. Затягивается она у нас на шнурок и плюс закрывается на вот такую вот заклепку. Так. Еще одна сумка. Тоже закрывается на магнитную клипсу. Следов износа на самой сумке я не вижу. На ручках также. Так, небольшой клатч, небольшая сумка марки Dolce & Gabbana, я так подозреваю. Ну, по крайней мере, бренд подсказывает. Следов износа на самой сумке, внутри сумки нету. Замок работает отлично, следов износа на ремешке также нет. Так, вот такой вот кошелечек. Для мелочи, для карточек. Чего-то, видимо, еще был когда-то. В принципе, состояние кошелька отличное. Следов износа я не вижу, хотя вот здесь вот немножко распустился узор. Отлично, отличный кошелек. Так, немножко подвинем. Следующий экземпляр у нас большой. Вот такая вот большая дорожная, наверное, сумка. Состояние у сумки отличное. Я даже не знаю, что-то... Знаете, вот один из тех примеров, когда ты еще с чем-то не знаком, но уже чувствуешь, что это настоящая вещь. Очень много отсеков, очень много отделений, какие-то специфические прям моменты есть. Да и плюс внутри огромное количество кармашков, вообще никаких следов износа нет. Отличная сумка. Так, небольшая женская сумочка. Вот такая вот. Тоже отличное состояние, кстати, вообще не придраться ни к чему. Следов износа внутри нету. На ручке также без следов износа. Так. Большая тряпичная сумка, очень такая грубая текстура, но по-своему приятная.
Следов износа внутри нет, на самой сумке также. Замок работает отлично. На ручках есть небольшие какие-то вот линии, но в принципе это только на одной ручке, на второй ручке я не вижу. Так, еще один кошелек. Тоже множество отделений, под карточки, под бумажные деньги, под мелочь. Тоже никаких следов износа. И очень такое своеобразное интересное оформление. Так, спортивная сумка марки Adidas. Давайте посмотрим. Так, замок работает отлично, не заедает. Так, здесь также. Внутри следов износа нет. Снаружи, к сожалению, она у нас уже немножко потертая. Плюс, если посмотреть внимательно на ручки, можно будет увидеть явные следы тоже износа, потертости, имею в виду. Так, большая женская сумка закрывается на магнитную клипсу. Следов износа на нижней сумке нет, на самой сумке также. Так, замок работает отлично, не заедает. Внутри следов износа нет. Следующая сумка, последняя, кстати. Вот такая агрессивная деталь здесь есть. Я не знаю, смогу ли я правильно показать или нет. Так. В общем, очень такие своеобразные ножки. Следов износа на самой сумке я не вижу. На ручках также. Так, внутри также без следов износа. Два отделения. Замки работают отлично. На этом все.